такие нагрузки, что ну, тут нагрузка. Надо собака, то есть надо заниматься именно ездовыми. У нас нет снега на Украине. Чтобы тренироваться, ну то есть. Ну а гонка сама интересная, в смысле, это какие-то там призовые какие-то или как в обычной гонке? Нет, там какой-то призовой фонд. Нехило, но наблюдать ее. Они сегодня здесь, завтра через 200 километров. То есть это такое специфическое очень мероприятие. Ну да, это не гонки по кольцу. Причем у них же там идет гонка без навигационного оборудования. Собаки должны же вывести сами или человеку? Нет, человек, но без электронных навигационных. А, ну с компасом имеется. Ну, компас. Звезды там. Карты, звезды. Там не только собаки, там и люди должны быть. Физически подготовлены. А это же зачастую ночевка это в поле. Ну да. А и бураны всякие. Бураны всякие.